Касаемо реформы полиции, очень двойственное чувство. С одной стороны, действительно, есть какие-то изменения. Они носят скорее косметический характер, я согласен. Полиция патрульная изменилась, есть определенные минусы, но они, получая опыт, эволюционируют и превращаются в что-то более-менее достойное. Но остальная полиция, давайте поговорим о ней. Давайте поговорим о том, что регулярно мы слышим, задержали пьяного начальника одного РВД, задержали полицейского, торгующего наркотиками, задержали. Почему? Потому что фактически, взяв милиционера и одев на него китель с новым шевроном, мы не поменяли его суть. А это и невозможно. И когда мы выясняем, что переаттестацию проходят люди, которые... Ну, не просто там за сепаратизм разыскиваются или еще что-то, а фактически раньше руководили схемами, которые крышуют по-прежнему, то здесь ничего не поменяется. Понимаете, то же самое, что взять, допустим, чиновника из мэрии и дать ему мандат депутата, он все равно будет дальше крышевать и заниматься своим бизнесом. Так и здесь. Нас надо понимать, у нас должен быть следующий этап. Следующий этап – это академическая подготовка полицейских. Самая обычная вещь. Да, действительно, создание академии, создание образовательных центров. Сколько времени тратили на обучение первых полицейских? Кто-то помнит? Пару месяцев. Несколько месяцев. Пару месяцев, я же говорю. А сколько требуется реально? Это достаточно серьезная подготовка. Притом не только стрелять. Это надо знать как минимум кодекс. Это надо знать свои полномочия и обязанности. И также есть вопрос к нам, как к народным депутатам. Потому что мы обязаны наделить их большими полномочиями. У полицейских достаточно ограниченные возможности сейчас. Функционал их ограничен, искусственно ограничен. И вот у меня вопрос. Когда начнется академическая подготовка? Потому что только после того, когда мы получим полицейских, которые будут качественно подготовлены, мы получим реформу. Но на ту зарплату, помните про 6 тысяч, которые вы говорили, на ту зарплату, которая сейчас обычный следователь идет, а такая зарплата не более 2500 гривен, очереди нет. Соответственно, мы должны понимать, это целая цепочка. Что если мы не создаем условий, в том числе и социальных, и финансовых, для принятия новых людей в полицию, то старая полиция будет, вернее, старая милиция, и дальше будет просто одевать шеврон и не выполнять свои обязанности.